В Челябинске оперативники уголовного розыска совместно с бойцами ОМОН задержали двух молодых людей, совершивших 12 мая дерзкое, но абсолютно бессмысленное нападение на круглосуточную алкоточку. Подозреваемые 1999 и 1998 годов рождения, угрожая кассиру пневматическим пистолетом, похитили около 6000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Почему это нападение было бессмысленно, вы, наверное, уже догадались. Выручка в 6000 рублей не покроет им не только предстоящие годы, которые они проведут в неволе. А в полиции Челябинска отцов подчеркнули, что молодые люди 1998 и 1999 годов рождения ранее судимы не были. Похищенные 6 тысяч не покрыли им даже вложений в это ограбление. Дело в том, что покинув в половине третьего ночи магазин, речь идет о так называемом круглосуточном буфете «Огонь-вода» на улице Каслинской в Калининском районе Челябинска, они выбросили в ближайший мусорный бак и свою верхнюю одежду, и пневматический пистолет, использовавшийся ими для устрашения. А эти вещи в совокупности явно стоили дороже 6 тысяч.